Странные вещи творятся в городе. За этим стоят люди, не похожие на нас. Это тайное сообщество, существующее веками. Вчера в Нью-Йорк прибыл волшебник с чемоданом, набитым волшебными существами. К несчастью, некоторые из них сбежали. Тина, ты привела друга? Это мистер Саламандр. Он кое-что потерял, а я помогаю найти. Мы должны найти беглецов, пока они не пострадали. Они сейчас на чужой территории, окружены миллионами самых жестоких созданий на планете. Людьми. Когда люди боятся, они нападают. Остановите это, иначе война. Хотел бы я быть волшебником.